его люди, очень многие люди предавали, близкие люди. Ну, как бы я еще маленькая была, я уже больше это потом осознавала, но люди, которые клялись, что вот лучше вас нет, мы жизнь готовы, шли за спиной, делали такое, ну, наверное, в политике это просто неизбежно, потому что без этого как бы надо просто верить в свои силы и доверять только себе и самым близким людям. Бывший руководитель Азербайджана, бывший член политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев живет в московской квартире, считая все случившееся личным оскорблением. И ждет момента, когда можно будет оскорбление смыть. И этот момент настает. Череда кровавых событий в Баку, погромы, военное противостояние с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Экономика Азербайджана на грани катастрофы. Закрываются предприятия, безработица и обозленный народ. Партийные лидеры, сначала Абдурахман Визиров, затем Аяс Муталибов, ставленники Москвы, в республике крайне непопулярны. Оппозиционные правящие верхушки Народный фронт Азербайджана ищет нового спасителя нации. В это время Горбачев лично запрещает Алиеву уезжать из Москвы. За его квартирой установлено круглосуточное наблюдение. Фактически это домашний арест. Опытнейший политик и проницательный человек Гейдар Алиев понимает, именно сейчас у него есть верный и, возможно, единственный шанс вернуться во власть. Надо только рискнуть. И он рискует. Резкая критика горбачевского курса, демонстративный выход из КПСС и, главное, Алиев публично объявляет себя сторонником независимости Азербайджана. Через много лет в интервью телекомпании «Совершенно секретно» Гейдар Алиевич так объяснил свою позицию. Я твердо был убежден, что Советский Союз не сохранится. И я выступал против сохранения Советского Союза, когда был всенародный референдум по сохранению Советского Союза. Это было в марте 91 года. Тогда уже Советский Союз разрушался. В июле 90-го, несмотря на домашний арест, Алиев неожиданно объявился в Баку. Как ему удалось уйти от слежки КГБ, он никогда не рассказывал даже самым близким людям. Говорил только, что вырвался из Москвы чудом. Столица Азербайджана поразила его. Вместо цветущего, спокойного города прошлых лет Алиев увидел разгул преступности, мрак неосвещенных по ночам улиц, нищету и толпы беженцев. Очень скоро беженцам пришлось стать ему самому. Жил на квартиру своего брата, потом на четвертый день мне сообщили, что вот какие-то, значит, бандиты окружают, естественно, по указанию руководства тогдашнего, руководства республики, окружают дом и будут обстреливать дом. Надо, ну, зачем же подвергать риску этих жителей? Ну, давайте лучше уезжайте отсюда. И уехал. Улетел отсюда, между прочим, тайно. Тогда еще были маленькие самолеты, Як-40. Тайно сел, улетел, и на Хачмане никто не знал, что я лечу туда, я пролетел. И через час, конечно, в общем, это стало сенсацией. Он вернулся в Азербайджан в 90-е годы, период, когда просто самый тяжелый, самый как бы нестабильный для Азербайджана. Это как бы он ехал чуть ли не вообще, ну непонятно куда. И в этот период он сам по собственной воле вернулся, и как бы, потому что он знал, что это его родина, и он должен в тяжелое время быть там.